Всем привет, друзья! 21 год постепенно заканчивается, а я хочу поддержать мой любимый Росатом, потому что не просто корпорация идет в ногу со временем, а несмотря на сложные условия, выполняет все принятые на себя обязательства. И вот, внимание, хочу поддержать Росатом в рейтинге лучших работодателей России в отрасли энергетика, добыча и переработка сырья на сайте HeadHunter. И в этом году, кстати, Росатом выпустил вторую всероссийскую игру для тех, кому интересна атомная отрасль, где предлагается отправиться, о боже мой, на атомном ледоколе в Арктику, чтобы спасти застрявшее во льдах судно. Играть могут даже школьники в период каникул. Поддержим Росатом! Вперед, Росатом! Давай, Росатом!